Итак, девушка одна написала, кстати, СМИ. Говорит, правда, что вы с Игорем Додоном спите в одной палатке? Нет, неправда. Знаете? Короче, они голосовали за закон голубых розовых, а я с Додоном живу в одной палатке. Нет, Ренат, давайте скажем, вот палатка Рената там, моя палатка там. Мы этой ночью где-то в 4:30 отсюда пошли, вот Вадим в другую сторону, другой в другую. Ну, Ренат хотел, чтобы мы еще куда-то пошли, но мы легли спать где-то в 5 часов утра. Так что, дорогие друзья, конечно, мы постараемся быть здесь, и мы будем здесь. Ренат. Ну что значит еще куда-то пошли? Надо людям сказать, не поймут. Ну давай. Ренат хотел, чтобы мы еще куда-то пошли. Ренат хотел, да, давай скажи ты, Ренат хотел в кокос вчера пойти, я был против.